Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Сегодня мы рассматриваем комбайн Vector 406 года. Рабочая лошадка. С самого начала в одних руках. Работала в одном хозяйстве с одним механизатором. Состояние удовлетворительное по технике. Сразу скажу, что человек по технической части все следит и меняет каждый год. То есть на данный момент идет подготовка после зимы. Замена всех необходимых узлов агрегатов. Резина здесь вполне еще нормальная. Как я и сказал, по технике все основные узлы заменены. Осталось приложить руки к электрике. Но это все тоже будет устранено. В комплекте идет жатка. Рабочая. И две жатки. Либо под восстановление, либо на запчасти. Донором. По пробегу у него 5800 моточасов, то есть не самый критичный. В принципе, кому нужен недорогой технически обслуженный комбайн и, что немаловажно, ремонтно пригодный и беспроблемный насчет запчастей, то прошу в наш агросалон, делайте заявки, свяжемся с вами и обсудим условия. Спасибо, всего доброго.